В спортивном лицее ГТО сдают все. Ученики младших классов, которым только предстоит доказать свою готовность к труду и обороне, активно тренируются. Занятия по нормативам комплекса для них проводят в рамках университетской практики студенты. На самом деле замечательно то, что дети так проявляют себя в спорте, мы их знакомим. Они показывают, насколько они сильные, ловкие, быстрые. Это все интересно и, как минимум, хотя бы полезно для здоровья. Праздник не может быть без гостей. Пятилетие комплекса ГТО встречают особым классным часом. Проводит его в прошлом выпускник спортивного лицея, а теперь призер и победитель всероссийских и международных соревнований по плаванию Александр Кудашев. Соревнования, ты испытал себя. Если не получилось, можно поставить себе цель. Опять же, поставить себе цель, чтобы тренироваться и выполнить там золотой или серебряно-бронзовый значок. Постепенно, если у тебя нет значка. Действительно, комплекс ГТО – это скорее любительское соревнование, причем с самим собой. Ставишь цель и выполняешь ее. К тому же список упражнений, не считая базовых, ты выбираешь сам. Со всем этим помогут инструкторы в специализированных центрах, либо учителя физкультуры. Кирилл Козин, Сергей Павлов, Новости губернии.